Карабах. Так, да, отлично. Получается, мне мама скинула вот эту вот вырезку про репетицию. Ну, я такая... Если честно, я сначала даже не заметила, что я была на работе, было некогда, все, короче, я даже ее пропустила, мимо, так сказать. Потом домой пришла, что-то так осмотрела, интересненько. Ну, все, как бы скинула сестре, она говорит, давай сходим, давай, хочу, вообще хочу, прям не могу, уболтала меня. Вообще прям уболтала, все. Мы договорились, все, мы собрались там, посмотрели, как там подготовились, да, грубо говоря, хотя бы как-то, чтобы представление было. Потом наступает сегодняшний день, и она мне пишет, Ксюх, привет, может, ты с мужем сходишь? Я была настолько зла, вы не представляете, просто я была в бешенстве. Я говорю, в смысле, ты меня, наоборот, сама говоришь, пошли, 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 и сейчас ты... Кидаешь. Да, ты меня кинула. Она, ну, в общем... Что она сказала? Что она в деревне, она не может приехать. Но, во всяком случае, все закончилось хорошо. Она подсуетилась, так сказать, и нашла замену себе, чтобы мне было спокойнее. Я продолжу историю. У меня сегодня очень много было работы. Просто пишет, вот такой текст отправляет большой. Просто с тебя черная одежда, не знаю, в чем ты есть, все оплачено, просто приди. Вот, мне читать было нет, когда я прихожу, сажусь на фонтан, с Ксюшей должен выстрелиться. Она говорит, а там нужно будет играть. Я говорю, Ксюша, я пришла на спектакль, говорю, посмотреть. Иди играть, говорю, иди играть. Короче, ну, что мы ставили. Потому что каким кошка подстав. Это все полиция. Но потом, наконец, история закончилась тем, что как бы все хорошо, то, что я тут еще с Полиной встретилась, за мной не виделись. Так что я пришла в черной одежде на работу. Ну, это моя история. Ну, ты знаешь. В итоге, ну, были волнения, да, сборы, договорились. С подругой была злость. Смотрите, яркие эмоции, играем ярко. Телом, голосом, все. Была злость, и в конце концов разрешение проблемы. Ну да, и чем за... классический вопрос, чем закончилась ваша история? Встречи одногруппников. Вот. Ну и эмоционально. Радость, что мы так. Хэппи-энд произошел. Собираемся, узнали об открытой репетиции, собираемся на открытую репетицию. Сестра уговаривает. Да, она уговаривает. Она не уговаривает. Хорошо, Инга играет уговаривает. Тут у нас злость. У Валентины злость, это вообще без разговоров. Так. И что же, ну, разрешение проблемы. Юрий, слышно? Что находят выход из положения, находят замену, и, ну, здесь все понятно, радость, все закончилось хорошо. Юрий, понятно, что делать? Все, разберемся. Ну, ладно. Давайте это увидим. Интересно, да, можно садить? Да, обязательно садить. Интересно будет, наверное, сыграть что-то. Не, ну я не знаю.